Другим темам. Что исправят, а на что денег не хватит? Сегодня правительство Новосибирской области приняло список наказов избирателей, с которыми жители региона обратились к депутатам. Список большой, но не все просьбы населения будут учтены. Всего Минэкономразвитие одобрило 5800 наказов. Из них часть отклонили, около 9%. Причины простые. Просьбы новосибирцев либо не входят в полномочия профильных региональных ведомств, либо лежат на совести самих жителей региона. Но из удовлетворенных основные темы – это обеспечение водой, газификация сел, ремонт дорог и строительство детсадов и школ. Часть наказов на сумму 8 миллиардов рублей уже профинансированы, так как входят в региональные программы субсидирования. Общая сумма исполнения просьб составила почти 150 миллиардов рублей. Таких денег в областном бюджете нет. У нас достаточно много с вами социальных обязательств, связанных с выплатой заработной платы, в первую очередь, а это более 200 тысяч работающих. У нас есть с вами очень большие социальные обязательства по выплате всевозможных пособий и компенсаций, поэтому на выполнение наказов у нас ежегодно может направляться по предварительным расчетам от 2,5 до 3 миллиардов рублей.